В рамках федерального проекта «Крепкая семья» и местного «Военные городки» одинцовские единороссы посетили праздник двора в городке Кубинка-2. Он прошел на детской площадке на улице генерала Вотинцева. Сотрудники Центра развития детей «Истина» организовали для малышей насыщенную программу. Ребята пели, танцевали, водили хороводы. Также партийцы обсудили с работниками «Истины» варианты дальнейшего сотрудничества.